Минфин повышает акцизы на табак. На этой неделе Министерство финансов России предоставило свои бюджетные планы на ближайшие 3 года. В следующем году повышение составит 42%, затем 20% и 28%. На самом деле всего где-то на 5 рублей повысится стоимость пачки сигарет, потому что 40% – это не увеличение стоимости сигарет, а увеличение акциза. Эксперты говорят, это настолько мало, что на оздоровление нации это никак не повлияет. И предлагают акцизы увеличивать еще больше.